все брошу нахрен и свалю. Есть что-то стоящее. Есть дело меченое. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. И его надо найти и забрать информацию, у живого или мертвого, мне все равно. Сходи к волку из местного лагеря, расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Нафига ты эту дрянь тягаешь? Будь осторожен. Я вот думал, может эти уродцы непонятны. На месте радаров постасали и салабоны. Будете как я, доживете. До дембеля. Правильно говорит, мужик. Хоро тебе салабонов шугать. Пожрать бы чего хорошего. Так их нет. Опять эта сволочь меня с патронами кинула. Вот гад. Опять сапожище хреновое подсунули. Что у них совсем шел совести не было? Короче, в одном избушке мне сказали, есть клевое место, клевое. Артефакты, вроде бы, нычка чья. Подхожу, значит. Толканул я дверцу. Закрыт. Что такое? Еще раз. Опять закрыт. Я, значит, ее стерву открываю, она стерва сама закрывается. Мужики, понял, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Ну, если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Внутри отдышался, поправился чуть. Пошел смотреть, кто это сделал. Подавал. Конец связи. Там комната большая. В ней стол стоит. Длинный такой. Как шоссе. А у стола стол стоит. Высокий такой. Как башня. И тут кто-то зашептал у меня в башке, а шефа пошло. Ты кто, спрашивает? Ну, и шо? Ну и чё? Говорю, Ваня, я тутошний, меня тут каждая собака знает. Тут снова зашептала. Ты, говорит, Ваня, зачем позор? А я там растерялся, говорю. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию.